Что ж, надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментики, стоит ли вообще заниматься подобными каверами. И, между прочим, полная табулатура и бэкинг-трек у меня есть, я сделал на эту тему, так что кому интересно, кто хочет поиграть все, что он сейчас слышал, пишите, разберемся, закину вам и таб, и минус. Пока, до следующих видео.